душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое. Добрый день, дорогие отцы, братья и сестры. Вот сегодня 8 июня, и как я вам обещал, что мы сегодня будем говорить о Петровом посте. Петровый пост был установлен в 14 веке Антиохийской церковью. И русская церковь сразу восприняла этот пост, поэтому у нас очень строго соблюдается. Этот пост бывает и длинный, и короткий. Вот в этом году этот пост будет продолжаться в течение 30 с лишним дней. Это почему? Потому что в этом году была ранняя Пасха. А вот на будущий год, если мы живы будем, пост будет намного короче, потому что на будущий год Пасха будет 1 мая. Бывает Пасха, когда празднуется и 5 мая, и тогда длительность этого поста всего одну неделю и 6 дней. Когда ранняя Пасха, то пост длиннее, когда Пасха поздняя, то пост короче. Но дело в том, что этот пост, вы знаете, попадает в очень такое благоприятное время. У нас сейчас есть зелень, у нас есть очень много то, что есть. Хотя сейчас, вы знаете, и помидоры, и огурцы у нас есть круглый год. Вот. Поэтому этот пост всегда легче его соблюдать, потому что на самом деле появилась клубника, появились многие другие и овощи, и фрукты, и ягоды, всякие появились. Поэтому, вы знаете, и тот, кто хочет соблюдать пост, это очень благоприятно, потому что действительно пост нам очень много помогает. Но мы только должны правильно поститься. Поститься и воздержанием от пищи, от некоторых видов пищи, но поститься и своим сердцем, своим умом, своими чувствами. И тогда, если мы вот все это объединим, то это для нас будет спасительно и полезно. И знаете, кто самый большой враг для нас, чтобы мы не постились? Мы сами враг, потому что когда мы начинаем поститься, мы начинаем настолько сердиться, начинаем быть такими недовольными, что нам становится как-то страшно. И вот пост, считаем, многие считают, что это очень тяжелое время. А на самом деле пост – это очень благоприятное время. И я думаю, что если мы постимся, будем встречать потом и радостный праздник, праздник Петра и Павла, который он всегда празднуется 12 июля. Вот потому что сейчас празднуется, пост будет продолжаться от 8 июня до 12 июля. Как я сказал, уже более 30 дней. Поэтому я хочу всем вам пожелать, чтобы все мы получили радость от этого поста. И все те, которые будут стремиться соблюдать пост, пожелать им помощи Божьей, чтобы Господь помог каждому из нас идти по тому пути, который ведет к Нему. И пусть будет благословение Господне над вами всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Сегодня начинается апостольский пост, а еще в православном календаре сегодня значится День памяти святого мученика Георгия Нового. Он был первенцем в знатной болгарской семье, причем его родители Иоанн и Мария долго не имели детей. Господь послал им сына после долгих молитв. Младенца крестили во имя святого великомученика Георгия. Юноша получил хорошее образование, внимательно изучил священное писание, был благочестив и целомудрен. Однажды несколько мусульман захотели обратить святого мученика Георгия в магометанство. Он отказался и за это был подвергнут сильным побоям, но веру свою не предал. Георгий терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа. Потом мученика повели по городу под барабанный бой с криками «Не ругай Магомета и не унижай веру мусульман». Наконец, посреди города разложили большой костер, чтобы сжечь святого Георгия, но он, ослабев от ран, упал на землю. Еще живого его бросили в огонь, но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. В погашении в костре было найдено тело святого мученика Георгия и перенесено в храм святого великомученика Георгия в городе Среце. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое.